Английская гимназия Саратова отметила юбилей. На площадке Государственного университета прошло празднование круглой даты с момента основания образовательного учреждения. Педагогов и учеников поздравили чиновники и ветераны преподавательской деятельности. Подробнее в сюжете Екатерины Ковальчук. Я поздравляю свою родную гимназию номер 3 города Саратова с 60-летием и желаю ей оставаться в числе сильнейших. Особые поздравления моей классной руководительнице Риме Николаевне, которая научила меня говорить на английском как на втором уровне. Первый звонок в стенах гимназии номер 3 прозвенел еще в далеком 54-м году. Тогда это учебное заведение было одним из трех в России, где школьники углубленно изучали английский язык. Спустя 60 лет гимназия не сменила основного направления своей образовательной деятельности и продолжает готовить выпускников, владеющих иностранным языком почти в совершенстве. Каждый год из наших стен уходят выпускники и несут добро, несут мир. Несут интеллект по всему миру, по Саратову, по России. Я очень счастлива тем, что я работаю с таким коллективом. В стенах гимназии на английском языке школьники осваивают физику, историю, географию. По словам специалистов, в этой гимназии отношение к образованию как у педагогов, так и у учеников особенное. Школа – это такое надежное звено. Когда здесь я видела, как встречаются родители, как встречаются педагоги, как встречают ветеранов, такая душевность, вот такое наслаждение, такое солнечное, праздничное настроение, ведь это все переходит нашим детям. Благодаря вашему душевному открытому состоянию, благодаря вашим знаниям, которые вы даете нашим детям, наше будущее России всегда будет самым замечательным и прекрасным. В гимназии работает один из самых сильных педагогических коллективов в городе. Звание «Заслуженный учитель России» присвоено 5 учителям. Различных наград удостоены 20 преподавателей. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.